Проводить свободное время, играя в различные спортивные игры на свежем воздухе, любят не только дети, но и взрослые. Это прекрасная возможность не только показать свою силу и ловкость, но и зарядиться энергией и хорошим настроением. Такой подарок сделали сотрудникам ВНЕФ и горожанам организаторы тематических и веселых стартов в честь юбилея испытаний первой советской атомной бомбы РДС-1. Эти соревнования отличались от обычных спортивных мероприятий ВНЕФ. В этот раз командам предстояло преодолеть 6 этапов эстафеты. Это банан, лыжные гонки, гусеница, скакалка, гигантский дриблинг и запуск ракеты. Традиционно мы говорим, что это для развития корпоративного духа сотрудников, что, в принципе, мы лишний раз убеждаемся и подтверждаем. Несмотря на соперничество, настрой у команд был позитивный и доброжелательный. Хорошая погода и веселые игры помогли участникам расслабиться после напряженной рабочей недели. Получаю большое удовольствие, присоединяйтесь. Все очень нравится. Приятная атмосфера, дружные ребята, коллективы, интересные виды спорта. Очень хорошая, позитивная атмосфера. Вот настроение на сегодня. Веселое, заводное, к победе рвемся. Последним испытанием для участников стал символический запуск ракеты РДС-1. Командам нужно было действовать слаженно и точно, чтобы забросить снаряд как можно дальше. Лучше всех с заданием справилась команда «Вымпел». Она же стала победителем соревнований. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».